В Центрально-Казахстанской академии состоялась третья международная научно-теоретическая конференция «Язык, образование, культура». Участники обменялись научными идеями, результатами исследований и практическим опытом в сфере культуры, образования, лингвистики и межкультурной коммуникации. В уже традиционной научно-теоретической конференции приняли участие ученые, преподаватели, студенты, магистранты из Казахстана, Америки, Армении, Пакистана, России и Узбекистана. Они подали более 100 научных работ о современных подходах к обучению иностранным языкам, роли языка в формировании культурной идентичности и инновационных методиках и технологиях в образовании. Наша ежегодная конференция «Язык, образование, культура» стала не только диалоговой площадкой для обмена мнениями и научными исследованиями, но и прекрасная площадка для установления дальнейших творческих, профессиональных контактов и деловых связей. Куаныш Сатбек участвует в ежегодной конференции в третий раз. Он подготовил доклад на тему развития лингвистических способностей дошколят. В своем докладе я поднимаю очень важную такую тему, как лингвистические способности дошколят. Все мы знаем, что сейчас у детей словарный запас перед школой не всегда богатый. В своем докладе я как раз хочу рассказать, как справиться с этой проблемой. Спасибо организаторам, что дают нам такую возможность. Участие в таких конференциях необходимо для меня для более глубокого анализа этой темы. Конференция прошла на трех языках. Организовано онлайн-подключение иностранных участников. Студент Карагандинского медицинского университета из Пакистана Аксан Кашиф подготовил для слушателей доклад о культурных перспективах языка и образования. Я впервые участвую в этой конференции. Тема моего доклада – культурные перспективы языка и образования. Мне очень интересны исследования научного сообщества на эту тему. Я надеюсь получить здесь много полезной информации и завести новые знакомства. Центрально-Казахстанская академия проводит подобные конференции 5 раз в год. Таким образом, ВУЗ содействует обмену опытом между карагандинским научным сообществом и иностранными учеными. В будущем организаторы планируют расширить географию участников и внести весомый вклад в развитие межкультурной коммуникации. Айя Мамрина, Мурат Токенов, Нуржан Табриз, телеканал Сарыарка.